Народ, всем привет! Это Мариуполь, январь, 23-й год. Вот этот вот дом, про который недавно все паблики кричали о том, что здесь был мурал Милана, и его, как заголовок гласил в некоторых пабликах, не во всех, но в некоторых, оккупационная власть удалила, уничтожила мурал Милана. И теперь тут Санкт-Петербург. Начнем с того, что Санкт-Петербург Мариуполю – это просто баннер. Он прикреплен на простых болтах, его в любой момент могут снять. Когда я увидел ту новость, я обязательно решил приехать сюда и походить по этому району, вокруг этого дома, чтобы собрать больше информации, а не просто так, какой-то заголовок, фотка, как было и как стало. Первое, что важно понимать, 8 таких домов делают строители в этом районе. То есть это питерский застройщик, вот почему написано Санкт-Петербург, точнее подрядчик. И они полностью ремонтируют дома. Вот этот вот один дом, вон там он второй дом. Это идет капитальный ремонт здания, то есть фасады, видите, балконы, меняют все стекла, крышу, мне сказали, трубы внутри, батареи, двери. То есть здание полностью обновляется, ремонтируется. Плюс... Кто не знает, вон там наверху плита была повреждена, ее тоже сделали. То есть с этой стеной делали очень такие серьезные работы. Это не просто так взяли и мурал закрасили. Та стена, она была не покрыта ватой. Она где мурал? Была, да, где мурал, она была поштукатурена. Это очень важно. Она была поштукатурена, и там был этот мурал Милана. Милана, да. То есть она была холодная. Холодная. После того ее... Был разговор, значит, потом же начали вату ложить, я положу тут. Да, мне. Значит, они это самое. А то информации нету. Я вам расскажу то, что я вот знаю. Знаете, да? Да. То он был, да, это было точно по штукатурено, холодная стена. Холодная. Потом положили вату. Вот, положили. Ну и вроде говорили, мы потом сделаем этот мурал. Ну, сейчас там... Небольшое что-то. Не, ну они повесили, это баннер, это клеенка. Баннер, да. Это клеенка. А кто это будет делать его теперь, я не знаю. Ну, может, художники могут восстановить по, как говорится. Я понял. Короче, ее утеплили, эту стену. Ее утеплили. Из-за этого закрыли мурал. Да, понятно. Ее утеплили, потому что она была холодная. Понятно. То есть это не просто вот взяли и закрасили какую-то стену одну. Все стекла заменены, балконы. Здесь дом второй, все делается точно так же. Если бы здесь был какой-то другой мурал, то его бы пришлось бы убрать, потому что стену меняют полностью. И вот здесь стена. Здесь не было никакого мурала, но ее также сделали, как и ту, где мурал был. То есть его изнутри тоже весь обновили, везде вот пластиковые балконы. Видите, окна уже привезли, поэтому на всех балконах будут такие пластиковые окна тоже. То есть идет капитальный ремонт здания. Капитальный. Вот почему так важно больше информации получать. Потому что я говорю, новость кинули, а детали никто не дает. И все верят. О, специально убили мурал. А то, что 9 домов на квартале вот так вот полностью меняют, обновляют, все просто меняют, полностью все. Об этом никто ничего не сказал. И про другие стены никто ничего не сказал, что они теперь, ну, в одном стиле. Причем тут мурал, и вот дом. То же самое, уже третий, да? Одна цветовая гамма, окна поменянные, все сделано. Так, лифт. Ну-ка, 9-й. Первый раз еду в мариупольском лифте. Музыка играет в лифте. Зеркало. Новый лифт. Да, тут что-то.
Девятый этаж. Я понял. Ничего себе, на английском. На английском Рюк говорит, представляете, Мариуполе. Ninth floor. Все дома, все подъезды вот так вот сделаны. Все стены, все окна, все трубы. Поэтому при чем тут мурал? Я вообще так и не понял. Вот я вышел из этого дома. Вон дом с муралом был, который. И вот третий. Видите, уже четвертую стену я показываю, она одинаковая. Все четыре стены, первая, там, вторая, третья, четвертая, они теперь вот такие, бежевые, одинаковые, с этим покрытием. Причем тут политика? Просто мурал убрали, потому что так нужно было по стандартам строительства. Единое покрытие теперь на этих стенах. Вот на эту стену, на это покрытие, теперь, по идее, можно нанести рисунок. Будут ли наносить? И какой? Это уже другой вопрос, это не ко мне. Но я показываю то, что я показываю. Люди во всем видят сразу политику. О, еще один дом сделали. Вот так, первый, второй, третий, четвертый вон сделали уже. И вот этот делают, пятый. Вон там шестой. Да какой тут мурал, ребят? Тут просто такая стройка идет, такое обновление всего квартала. Мурал какой-то. Весь квартал просто обновляют. Вот, вот этот дом... Вон тот еще, оказывается, я его не видел. Вот какие дома здесь все были. Вот на ту сторону не смотрите, где взрывы, а вот, вот эта половинка дома. И вот какие стали. Просто сравните вот этот, вон тот, вот этот. Они все были серые, как тот. Но почему-то об этом новостные паблики не говорят. Мало того, что внутри все лифты заменили, все окна везде заменили, все покрасили, все трубы, батареи, крыши. Об этом не говорят паблики, они просто убили мурал, уничтожили мурал. А то, что здесь весь квартал теперь новый, и, скорее всего, территорию тоже обновят, об этом никто не говорит. Раз, два, три, четыре, три, пять, четыре, шесть, пять, шесть, семь, восемь, двенадцатиэтажка. И две 15-этажки. 10 домов. 10 домов. 10 домов. Они сняли кондиционеры и выкинули, и, да? И вот там теперь гора лежит, а теперь говорят, да идите берите любой, как любой, они же все разные. Во-первых. Во-вторых, как люди могут поставить? 5000 фреоном заправить? Согласен. А лифт меняли? Лифт поменяли, работает иногда днем, ну, видно, тестовый режим. Лифты белорусские. Лифты поменяли, поменяли, да. И как бы все, когда сделали, потом балконы начали менять, видите, остались дыры вот в некоторых. Ну, недоработки, да. Вот эта стена, видите, угол. Вот косяки, у людей. Косяки смотрим. Ну, вот смотрите, видите, как утеплено было, допустим, раньше там, тенопластом. Да. До угла, а теперь они вот эта стенка холодная. Она что, промерзает теперь на лоджии. Просто если мороз сейчас ударит 8-10 градусов, будет... Будет бардак, не очень. Да. Бардак. Ну, как обычно. Да. Вот все через жопу. Это нормально. Ну, а что делать? Ну, вы слышали, да, все? Местный житель жаловался, что много косяков. Но он не сказал, окей, он не сказал много. Он сказал, есть косяки. В частности, кондиционеры. Кто успел, тот отстоял свой кондер. А кого не было, тех кондиционеры срезали и сложили в какую-то кучу. И теперь непонятно, что с ними будет. Потом с утеплением где-то. И вот в его подъезде плохое отопление. Ну, как говорится, не без изъяна. Я думаю, что существует стандартная процедура исправления недостатков при таких ремонтах. Просто бюрократия, все это понятно. Но надо стучаться, требовать. И строители просто обязаны все эти недочеты исправить. Может быть, не за один день, но... исправить обязательно. Итак, мурал. Как мужчина, он тот местный мне объяснил, вся эта стена, вот эта, где был мурал, она была холодной, то есть она не была утеплена. Поэтому, видите, наверху утепляют контур, сверху штукатурка и потом вот это покрытие бежевое. Вот это сделали с этой стеной. Невозможно было оставить мурал на него, наложили утеплитель, чтобы... Ну, теплая была стена, теплый был дом. И потом штукатурка, и вот потом вот это. А Санкт-Петербург, Мариуполь, это просто баннер. Его можно снять в любой момент.
Поэтому строителям вообще не до политики, ни до какой, мурал какой-то. У них стандарт работ. Вот этот дом, вот то же самое они сделали с этим домом, и то же самое они сделали со всеми теми домами. Вот в чем прикол-то, а не то, что эти паблики написали. Мурал, мурал, политика опять. Всем по барабану на этот мурал, им главное дом было сделать. Этот дом находится меньше, чем в километре от того дома, где был мурал Милана. Вот также холодная стена и также нанесен мурал, огромный. Может быть, один художник наносил его, я не знаю. И видите, никакой подрядчик еще не взял этот дом. И уже сколько времени прошло, всем пофигу на этот мурал. Никто его не трогает и трогать не собирается. Но если этот дом также возьмутся делать, его заделают не из-за того, что он кому-то не нравится или по политическим причинам, а просто потому, что стену будут утеплять. Вот и все. Короче, видите, эти муралы, они никому не нужны в плане политики. Вон он, тот дом. Вон вдали, где был мурал Милана. Его заделали, потому что нужно было утеплить дом.